Дмитрий Запарин – выпускник театрального колледжа и первокурсник Самарского института культуры. Выступать на сцене для него дело привычное и любимое. С начала этого года Дмитрий вошел в состав областного молодежного оркестра. Мне это интересно, потому что Самарский оркестр молодежный, он занимает свою нишу. То есть в Самаре уже оперный оркестр замечательный, филармонический есть оркестр, есть джазовый оркестр. Но не было оркестра, который исполнял бы не только академическую классическую музыку, но и музыку современных композиторов для, может быть, кинороликов каких-то, из фильмов музыка, музыка из игр и прочее. Сейчас в оркестре чуть больше 30 человек. Всего планируют набрать 77 музыкантов. Для этого в межвузовском концертном комплексе «Дирижабль» будут проводить отборы. Испытать себя сможет любой желающий до 35 лет с музыкальным образованием. Сейчас самому младшему участнику коллектива 9 лет. Обязанности директора оркестра исполняет Даниил Фурман, экс-участник «Голос дети» и участник молодежного оркестра под руководством Юрия Башмета. Когда появилась возможность открыть вот этот молодежный оркестр, как-то я очень стремился встать у истоков этой темы. Это очень актуально, потому что в Самаре на данный момент не существует такого оркестра. Команда из студентов вуза музыкального училища имени Шаталова, учащихся детских музыкальных школ под руководством дирижера Ивана Власова, лауреата международных и всероссийских конкурсов, смело экспериментирует со звучанием и трактовкой классики. В репертуаре оркестра и рок-хиты. Джаз и даже Металлика. Мы этот проект создаем в первую очередь с целью приобщения современной молодежи и не только к инструментальной симфонической музыке. У меня музыка – это язык, с помощью которого я разговариваю с публикой, с людьми, пытаюсь донести им информацию, свои чувства, мысли, раскрыть образы, которые заложил эти произведения композитор. Самарский молодежный оркестр – это команда молодых и талантливых музыкантов, которые горят идеей увлечь симфонической музыкой других. Профессионализм, артистизм и юношеский максимализм на грани с дерзостью – все это можно услышать, когда коллектив исполняет музыкальное произведение. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События.